На Донбассе снова горячо. После относительного затишья боевики ударили из всех орудий. По состоянию на 8 вечера уже 19 обстрелов. Опытная и Лебединская оказались под ударами запрещенных минометов 120-го калибра. Авдеевку и Широкино накрыли из гранатометов. По Каменке и Маринке вели огонь из стрелкового оружия. А в Песках в ход пошли даже танки. В результате обстрелов один украинский военный погиб. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Нет, начинается провокация. Сразу одиночными стреляют, стрелковым, потом крупнейшим. Виталий лаконично характеризует ситуацию на своем участке фронта под Донецким аэропортом. Недельную тишину сменила череда провокаций на всем направлении. Бойцы отмечают, активизировались боевики после президентских выборов в России. И буквально в ночь, в тот же день, они начали провокационные обстрелы в нашу сторону с великокалиберных кулеметов. Огонь в основном ведут хаотически. Таким образом, часто маскируют работу снайпера, который стреляет уже на поражение. Подчас имитации атаки переднего края нашей обороны, в этот час с глубины опорных пунктов противника отработают достаточно великим калибром, как 12,7, так отмечаются прилеты и 14,5. Снайперские группы работают и днем, и ночью. Оптика позволяет. Только даже включаешь тепловизор, и сразу бывает, что просвистит над головой. Оптика хорошая. Регулярно над позициями военные фиксируют и пролеты вражеских беспилотников. Самое страшное, когда он зависает над головой. Тут надо уже что-то ждать. Только зависает, сразу надо по норах, потому что сразу могут працювать миномет. В районе же Авдеевки российские наемники с воздуха оценивали уже результаты своего обстрела. Зависают над ихними, ну, в основном над полем. Обстрел был до. С их, ну, со стороны противника. С нашей стороны мы не стреляли. Вопреки объявленному перемирию, под обстрел боевиков попали и мирные улицы. На окраине украинского Торецка мины разнесли дом, а в Авдеевке зафиксированы попадания по дачному кооперативу. Дня три, наверное, назад летела оттуда, вот тоже там вот разбитая у нас бутыль такая из-под вина, полностью разбитый. Ну, летят, боимся еще тут жить. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.